А мы направляемся с вами к базилике Сакре-Кёр на Монмартр. Храм Святого Сердца. Желток сохраняется в середине. Посмотрите, как красиво. Это крэп. Желток он сохраняет. Потом он его завернет, видимо. И желток там растечется и будет очень вкусно. Кладет ветчину. И вот как заворачивает, какой конвертик делает. Так, а желток остается все по-прежнему полусырым. Ну что ж, 870 лет здесь на Монмартре. Это была первая церковь. Она примыкает к площади Тертор. Вот Сан-Пьер де Монмартр. 12 век. А это я. И не на Северном полюсе, а на Монмартре. И выговорила Монмартр. Знаете, здесь какой сильный ветер. Вот поэтому я так и выгляжу. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Это свадьба пела и плясала. Прекрасный знак. Фотосессия невесты жениха. Oh, okay.
干嘛？你干嘛？Красавица. Боже, какое счастье! Молодость, замуж и Париж. Ну это очень красиво. Боже мой, пусть она будет счастлива, эта девочка. Девчонки снимаются. Все жули. Как они классно снимаются, вообще не комплексуют. И вот так вот позируют и все. А здесь вон какой... Глинтвейном торгует. Merci beaucoup. Ну, видите, дымится глинтвейчик. Запах великолепный. Цена 5 евро. Нет, многовато. А вот и Эйфелева башня. А это большой скворечник. Правда, очень большой. И правда скворечник, не шучу. Геометрическая правильность ветвей очень дополняет сегодня картину Монмартра. Вот и наш знакомый художник рисует. Рисует посетителей. Это ли не персонаж? Ой, облака, ребята, облака! Нагрели лошадки. Фуникулерчик. Но на Гале так интересно.